Томская область стала регионом-лидером по социальной газификации. Высокие темпы по реализации программы в регионе были отмечены вице-премьером правительства Александром Новаком на совещании у президента России Владимира Путина. Социальная газификация предполагает бесплатное строительство газопроводов от существующей газовой сети до границ земельных участков жителей. При этом работы по проведению газа непосредственно на самом участке по-прежнему выполняются за счет потребителя. На сегодняшний день от жителей Томской области поступило около 7 тысяч заявок на дегазификацию. Это в 4 раза больше, чем в предыдущие годы. С апреля 2021-го заключено более 1700 договоров. Подать заявку на дегазификацию жители могут через электронный портал единого оператора газификации, а также в клиентских центрах газораспределительных организаций, офисах многофункционального центра «Мои документы» и на портале госуслуг.